Сегодня в Красноярске открылся экономический форум. Общий объем инвестиций в рамках подписанных на КФ соглашений превысит 80 миллиардов рублей, передает ТАСС. Основная тема форума – Сибирь, экономика будущего. Участие в мероприятии примет и делегация Хакасии во главе с Валентином Коноваловым. На Красноярском экономическом форуме планируется обсудить появление в Сибири финансовых и интеллектуальных инвестиций и создание новых городов, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами.